Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанданандам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча калпатару вашча кепасинду бевача патитанам павуне бхавишна вибью намо намо мукан кароти ваша ланг пангунг лангхайте грим ят кепатам аханг ванди парама анандамадвам бендавай тусидабай пиявай кешвасвача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тату Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катха Упадеша Гаурия Патрашва Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодварна Дейям Сада Парибхабагна Мавиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараням Бхитатихам Панутапал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпада паллавана качанна мани чатай Биспуриджита кимапига бхавадуша дарши Пурнану рагра сасагра сара мурти Сарадхикамай када кипакарас Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канука бодату санкиртану капитару камала ятакшо ишам бару дижа бару жугадхар мапало банде жагатприя кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Ясача Бхакшаси Ясьясте Хидай Самби Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashadamanuso Manasavam Tadeva Sukarnava Soshanam Ninam Jaduttama Sroko Jaso Nugiyati Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashadamanuso Mahasram Tadeva Sukarnava Soshanam Ninam Jaduttama Sroko Jaso Nugiyati Gaudiya Гоштхипати, Gaudiya Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, такой Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, проповедь может осуществляться позитивным или негативным путем. Gaudiya Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагадгуру Paramahansa Jagadguru told that preaching can be done both ways. One procedure is negative way, another procedure is positive way. Negative preaching can be done very fast, but негативный путь очень быстр. Is very dangerous. Тем не менее, результаты очень опасны. Negative preaching is very fast. If I start negative preaching, если я начну негативную проповедь, все захотят слушать то, что я говорю. Если я буду заниматься позитивной проповедью, этот процесс очень медленен, настолько, что кажется, что даже никакой проповеди не осуществляется. Мы знаем, что это так, тем не менее результаты такой проповеди вечные. Например, я буду проповедовать, и вы не испытываете, у вас нет никаких аппаратов, тогда то, что вы услышите от меня, никогда не оставит вас. Это всегда будет с вами, никогда не разрушится, не исчезнет. Но негативная проповедь с внешней точки зрения сладка, тем не менее, конечный результат ядовит настолько, что нам сложно представить. Такая негативная проповедь может спустить вас до таких уровней, что сложно вообразить. Прабхупад говорит, что Агасура, Бакасура, Путана, Камса большие проповедники. Они также проповедуют ради Кришны. Тем не менее, они идут по негативному пути. Их проповедь негативна. Шишупала, Дантавакра. Все они проповедуют, но негативно. If they are not going to fight with Bhagavan, how this kind of news could? Yesterday I told, na, one bad news can. Вчера я говорил о том, что плохие новости очень быстро разлетаются. Bad news can go rapidly all around. That's why Prabhupada told. Плохие грязные новости. That we should not file one case with those people. Those who wanted to attack our preaching party. That's why Prabhupada told. Прабхупад в связи с этим говорил, что нам не нужно выступать против тех, кто напали на нас, когда произошло нападение на Шрила Прабхупады, на Шрила Прабхупаду. Если бы мы
захотели сделать рекламу, подать рекламу в газеты и так далее, на радио. Это реклама Гаудия Матхи, это потребовало бы большую сумму денег. Тем не менее, они вот благодаря этому инциденту новости о нас разлетелись повсюду. Все узнали о нас. Журналисты печатали в газетах то, что произошло, поэтому очень многие узнали о Гаудия Матхе. Поэтому они помогли нам. Таким образом, большинство людей хотят слушать негативную проповедь. Именно поэтому мы видим, что так мало прогресса совершается на духовном пути. Но если вам нравится слушать сказки, слушать интересные вещи, почему бы не пойти в театр, в кинотеатр, на радио? Потому что в действительности работа актеров забавлять вас, но не саду. Саду стремится принести вам вечное благо. Он не дает наслаждений. Поэтому прийти к саду означает очиститься, глядя на него, очиститься его даршаном, очиститься знанием, которое он дарует вам. То есть прийти к саду означает стремиться найти вечное благо, но не наслаждение. Именно поэтому проповедь Гаудия Матха так медленно. Глупцы могут говорить все, что хотят. Они просто не обладают знанием, не понимают. Проповедь Гаудия Матха так медленно развивается, потому что они хотят принести абсолютное благо. И нет второй такой организации во всей Вселенной. Даже на райских планетах нет ничего подобного. Мы знаем лишь, что вот Шанкар Бхагаван находится на Кайласе. Он великий проповедник, тем не менее, его поведение таково, что обычные люди не могут понять его. Ведь он... носит шкуру, натирает свое лицо пеплом. Тем не менее, без сомнений, Шанкар Бхагаван — выдающийся проповедник, также Нараджа Махарадж. Поэтому есть подтверждение в Бхагаватам. Если вы заглянете в Бхагаватам, вы увидите, что там повсюду употребляется Нарада Увача. То есть Нарада сказал или Шанкар Увача. Нарада сказал или Шанкар сказал. То есть повсюду их цитаты. Все мы стремимся к тому, чтобы быть подле лотосных стоп Господа. Все мы, то есть я имею в виду еще Бхакти Прагьянкешава Госвами Махарадж, еще Бхакти Шашидар Госвами Махарадж. То есть я на самом деле не отношу себя к их категории, тем не менее вот эти вайшнавы
показывают, они всегда стремятся находиться у стоп Господа. Бхактивинода Тхакур выражает свое глубочайшее беспокойство 150 лет назад. Он переживал, что наступит время, когда проповедь будет фальшивой ради денег, ради почета. А люди будут одурачены, потому что они не будут обладать знанием. Западные преданные, как правило, очень простосердечные. Они не обладают какими-то глубокими познаниями, поэтому их очень легко одурачить, обмануть. Я могу какую-нибудь высокую философию рассказывать им и тем самым обманывать их. То есть такие вот ловкие проповедники ездят в западные страны. Ачарья, который едет на проповедь, должен говорить, но он настолько хитер, что устраивает спектакль. Он говорит: «Я хочу, чтобы я сюда на самом деле приехал, чтобы вы все чтобы послушать от вас». Так время проходит, все преданные, то есть люди говорят какую-нибудь ерунду и всех слушают. То есть имеется в виду, что так называемые проповедники всячески запутывают нас, делают невозможным для меня отыскать истинный путь. И тем самым помогают достичь ада. Но если такой проповедник приезжает, почему бы ему не рассказывать о Прабхупаде, Бхактивинода Тхакуре, чтобы увеличить осознание, сознание тех, кто слушает его? Но такой ачарья просит кого-нибудь из неофитов написать статью какую-нибудь на духовную тему. А этот неофит начинает гордиться собой. Я бы хотел спросить такого ачарью, действительно ли ему нужна эта статья? Ведь есть столько статей, написанных Шрилой Бхактивинода Тхакуром, Шридхар Госвами Махараджем и других выдающихся вайшнавов. То есть получается, что такой ачарья способствует падению преданного. Он и так уже падший. Он и этот... То есть, so that foolish people they can understand the trick they are playing in the name of preaching. И хотелось бы, чтобы весь мир об этом узнал, так чтобы люди поняли, как, что делают сейчас проповедники. Я готов лаять день и ночь, как собака, ради защищаемой Гуру Варгу. Но Тхакур Бхактивинод и Прабхупад давным-давно уже выражали, то есть они переживали за то, что наступят времена, когда проповедь, когда учение Гауранги не будет распространяться в подлинном своем свете. 150 лет назад, 100 лет назад все представители нашей Гуру Варги переживали об этом. Prabhupada wanted to establish such a high idealism, which is not even available. Прабхупад хотел установить в читании матхи такие стандарты, такие идеалы, которых нет даже на райских планетах.
You think so. You want to criticize them. You don't know the kind of idealism shown by Kesava Goswami Maharaj. Тот идеал, который является собой Кешава Госвами Махарадж, Прабхупад Бхактинат Такур, Шрила Бхактиша Шридхар Госвами Махарадж, такого нет даже в раю. Таких стандартов, которым следуют наши ачарьи. Что вы думаете, Варуна может так? Нет. Думаете, наша Гуру Варга — это какая-то дешевка? Нет, это не так. Нужно понимать положение нашей Гуру Варги, Шридхара Госвами Махараджа, Бхактипранпури Госвами Махараджа, Бхакти Бонадев Госвами Махараджа, Госвами Махараджа. Да даже полубоги приходили, чтобы поклониться лотосным стопам нашей Гуру Варги. Думаете, я говорю ерунду? Но это правда. Я могу привести этому много примеров. Однажды в Пурушоттама-дхаме Гуру Махарадж сидел один в комнате, повторял харинам на четвертом этаже, на третьем или на четвертом. Я зашел в его комнату, предложил поклоны. Гуру Махарадж сказал: «Посмотри, тут кто-то есть?» Смотри, он кто-то там ждет. А там было большое окно, которое выходило на улицу. Поэтому кто там мог постоять за окном? Только привидение или полубог. То есть там невозможно было стоять, потому что улица сразу же за окном. Четвертый этаж. Посмотри, столько света там. То есть какой-то полубог пришел, чтобы получить даршан моего Шрилы Гурудева. И очень много раз такое происходило в жизни Шрилы Бхактиша Шридхара Госвами Махарадж, Шрилы Бхактипранпури Госвами Махараджа. Как правило, Вамшидас Бабаджи Махарадж никуда не ходил. Но однажды, по вдохновению Бхагавана, ведь преданные никогда не делают того, что им вздумается. Все, что они делают, делают со смыслом. Почему преданные путешествуют? Ходит от места к месту для того, чтобы освобождать обусловленные души. Именно поэтому Юдхиштхир Махарадж сказал Видуре Махараджу: Юдхиштхир Махарадж плача сказал: куда ты уходишь? Оставляешь нас. Мы так были счастливы тут с тобой. Ты говоришь, что идешь совершать паломничество, но ты сам место паломничества. Если мы находимся у стоп Шри Гуру, мы тем самым посещаем все священные места, потому что в них присутствуют все тиртхи, все места паломничества. В шастрах есть свидетельство этому. У лотосных стоп Гурупада Падмы и лотосных стоп Нитянанды пребывают все лотосные стопа. Все священные места, места паломничества. А мы бегаем повсюду. Видуре Махарадж был дядей Юдхиштхира Махараджа. Тем не менее, Юдхиштхир Махарадж никогда не воспринимал его как своего родственника, потому что среди преданных не работают мирские отношения. Так же, как Бхактинат Такур никогда не называл своего сына
Бхактисиддханта Свати Тхакура Прабхупад сыном. А Прабхупад никогда не называл Бхактисиддханта Тхакура отцом. Actually, Naraji Maharaj, Yudhishthira Maharaj speaking, Bhavad Bhida Bhagavataha Tirthi Bhuta Swayam Vibho, Prabhu. Hey Prabhu, you yourself is the topmost pilgrimage. I mean, every old pilgrimage is there present. It's wonder you are going for a pilgrimage. Зачем ты уходишь, говорит Юдхиштхир Махарадж? Ведь ты сам место паломничества. И тем самым Юдхиштхир Махарадж открывает тайну преданного высшего класса. Видури Махарадж Махабхагавата. Такой Махабхагавата, как ты, и есть сам Тиртха. Ты наделяешь силой, если ты пойдешь в эти священные места, ты наделишь их силой, ты их подзарядишь. В святые места приходят много греховных людей, грязные люди. Поэтому они теряют свой заряд энергии. И необходима подзарядка. Поэтому чистые преданные приходят туда, воспевают там славу святого имени, и эти места вновь наполняются силой. Ведь Бхагаван находится в твоем сердце, говорит Юдхиштхир Махарадж. Поэтому куда бы ты ни отправился, любое место, куда ты придешь, станет чистым. Почему грязные, падшие люди, приходя к саду, испытывают какие-то изменения? Потому что Бхагаван пребывает в твоем сердце, и когда ты говоришь, могущество твоей речи настолько велико, что каждое твое слово пронзает сердца таких нечестивых людей и меняет их сердца. Об этом есть много шлок. Васудевджи Махарадж говорил Нараде, ты путешествуешь ради блага обусловленных душ. Потому что ты путешествуешь без всякого интереса, имеется в виду без всякого личного интереса, корыстного интереса. По благословению Бхагаван Шри Кришны и Брахмаджи стал проповедником, потому что если бы не было у нас Брахма Самхиты, как бы мы узнали о осознаниях такого ачарьи, как Брахма. То есть благодаря тому, что он составил Брахма Самхиту, то есть это была его проповедь. Он поведал Бхагавататва Вигьяна Нараджи Махараджу. Он не просто ачарья, он ачарья высшего класса. Существует два процесса, два канала, через которые может снизойти апракрита дивья гьяна. Нигам и агам. Агам. Нигам означает веда, то есть нисходящий процесс обретения знания через гуру варгу. А второй процесс
обретение знания через Санкаршананда Дева, оно снизошло к Шанкар Бхагавану. Два канала, два процесса. Через эти два канала нисходит апракрита, трансцендентное знание, знание, трансцендентное знание к нам. Впоследствии у них появляется ответвление, но по большому счету это два канала. По желанию Гуру Варги я нахожусь в канале Нигама. То есть, как поется в Баджане, Кришна находит Чатурмуха, где перечитается все представители нашей Гуру Варги, Гуру Парампара. Мы видим, что по желанию Бхагавана образуются какие-то ложные... По желанию Бхагавана образовались четыре подлинные сампрадая. Для того, чтобы все мы получили благо. Если я попрошу вас, я прошу вас, постарайтесь избавиться от эгоизма, постарайтесь не хранить его в своем сердце. В противном случае вы не сможете, какие-то предрассудки будут мешать вам воспринять знание таким, как оно есть. Если я попрошу, принеси мне, пожалуйста, воды Ганги, мне она очень нужна. Но если ты пойдешь и в другую, из другой реки принесешь воду, я спрошу, ты Гангу набрал воду в Ганге? А ты скажешь, я... Все же священные воды едины. Нет, не едины. Если я говорю, принеси мне именно воды Ганги, значит, нужно принести именно ее. Но если вы куда-то, где-то еще воды наберете и скажете, просто воду принес, вода, какая разница, Ганга, не Ганга. Нет, это не так. Точно так же, если вы думаете, что все общества, все сообщества Гауди Вайшнава, все общества, они едины, это не так. Это можно даже с помощью математики доказать, что это не так. Если вы не находитесь в подлинной сампрадае, если вы не приняли подлинного гуру, который находится в Гуру Парампаре, в Шрота Вани Парампаре. Неважно, сколько вам лет, сколько лет вы пытаетесь практиковать, 90-80. Если я прошу воду Ганги, нужно принести воду Ганги, но никакую другую воду. Можно поехать в Гималайи, еще куда-то в Аллахабад, но найти эту Гангу. То есть имеется в виду, если нужна вода Ганги, никакая другая вода ее не заменит. То есть она есть в разных местах Индии, тем не менее, необходима именно она. Они не как сахаджи, которые заявляют, все едино, все одинаково. Какая разница? Similarly, if you are not going to accept perfect Sauta Parampara,
Если вы не примете прибежище у подлинной гуру парампары, шрота парампары, вам придется скитаться жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Сахаджии заявляют, что Гаудия Матх бесполезен. Не ходи туда, у них ни парампара, ничего. Да даже в нашей сампрадае вас могут предупредить, не ходите к Шьямбабе. Хорошо, нет проблем, я и рад этому. Мне не важно, кто приходит, а кто уходит. Я просто хочу рассказывать Харикатху для того, чтобы удовлетворить Господа, не чтобы удовлетворить вас. Если бы была у меня такая слабость, что я хочу вот ваше признание от вас, денег, еще чего-то, я бы не смог рассказывать Харикатху. Харикатха зависит ее возможности ее присутствие, то есть возможность говорить Харикатху зависит от милости, от Гуру Парампары. Существует четыре изначальные подлинные сампрадая. У каждой, у истоков каждой ачарьи свой ачарья. Шри Сампрада — это Лакшми Деви, Брама Сампрада — это родоначальник Брама, Вишну с вами Сампрада — это Санкаршан, а Нимбарка Сампрада — это Чатуршан. Таким образом, постарайтесь меня понять. Дживатма обязана принять прибежище у одной из этих четырех сампрадай. Но более практично и разумно прийти в Мадхава сампрадаю, Брама Мадхава Гаудия сампрадаю, потому что в ней вы сможете обрести высшее благо. Поскольку сокровище, которое распространял Чайтанья Махапрабху, никогда не распространял Рамачандра, Нараяна или кто бы то ни было еще. Поэтому это более практично. Я, конечно же, не давлю. Я просто что хочу сказать, что вы, конечно, можете принять прибежище любой из этих четырех сампрадай. Но если вы уклонитесь, благо вам не обрести. Без связи с одной из этих сампрадай, знание ваше не может быть совершенным. Если вы выбираете одну из этих четырех сампрадай, Рамананди сампрадай, это замечательно, вы выше меня, я преклоняюсь перед вами. Но сейчас я хочу просто донести до вас истину. Если даже вы отправитесь туда, разумнее будет пойти напрямую к Рамануджа сампрадаю, потому что их сампрадая несколько уклонилась. Рамананди сампрадая. Они говорят, что они следуют Рамануджа Ачарью, но тем не менее, не совсем так. Если вы переплывете на ту сторону, в Навадвипу, поговорите там с сахаджиями,
и назовите, но назовете их при этом сахаджами, они очень разозлятся. Но это же очевидно, что они следуют то есть сахаджизму, то есть имеется в виду, что они не идут по подлинному пути Гауди Вашнавизма. Таким образом, вы нигде не найдете такого блага, которое можете снискать здесь, в Гаудия-матхе. И нужно помнить о том, что Гаудия-матх не может, невозможно осквернить. Я не могу сказать, что те, кто выставляет себя представителями Гаудия-матха, а при этом занимаются нечестивой деятельностью, они никогда не будут считаться членами Гаудия-матха. Они очень опасны. Потому что их поведение может разрушить все. И, конечно же, их поведение — это не идеалы Гаудия-матха. Prabhupada was so much interested, heart and soul. By heart and soul, Prabhupada wanted to distribute the mercy of Gauranga Mahaprabhu. Prabhupada всем сердцем хотел распространить учение Гауранги Махапрабху. Many of our Guru Varga, they used to go for preaching in different places. Большинство из представителей нашей Гуру Варги широко проповедовали. Going to give instruction to Bhakti Vivek Bharati. Однажды Прабхупад дал наставление Шриле Бхакти Вивек Бхарати Махараджу, который был очень высокий, крупный. Prabhupada giving information. One day in Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada giving information to Bhakti Vivek Bharati Махараджу. Он сказал, через Брамачари. Через какого-то брамачари. Прабхупад тебя просит после обеда поехать проповедовать в такое-то место. После обеда Прабхупад зашел в библиотеку и спросил брамачари, с какой книгой Бхакти Вивек Бхарати уехал на проповедь? То есть, когда проповедник говорит, на столе всегда должна присутствовать какая-то гранха. Я видел, что он взял с собой Бхагаватам. Бхагаватам? Он должен был взять Чайтанью Бхагавату. То есть, Прабхупад сказал это для того, чтобы преподнести нам урок. Что нашей обязанностью является распространять милость Гауранги Махапрабху. Я знаю, Кришна очень милостив. Тем не менее, Кришна и Гауранга едины. Кришна сам не зашел сюда в форме Гауранги. И Гауранга не дает, не делает никаких ограничений в распространении милости. Поэтому почему бы не распространять послание читания Бхагаватам. Для нас это более практично. Итак, сейчас мы перейдем к беседе. Удава и Кришна. А завтра я буду говорить о том, как прежде чем Бхагаван Сри Кришна wanted to make Удхавджи Махарадж, a topmost preacher. Итак, вы помните о том, что
Бхагаван Шри Кришна хотел сделать Удава Махараджа главным проповедником. But for preaching, this kind of procedure is not at all allowed. В проповеди совершенно не позволяется, чтобы каждый вносил какое-то свое знание, свое понимание. Проповедь означает говорить то, что сказано в шастрах, шотапантхе, что было получено из подлинного источника. И нет никакого права абсолютно ни у кого изменять Сиддханту. В действительности, мы сидим сейчас здесь для того, чтобы порадовать сердце Прабхупады. Простите, чтобы почувствовать сердце, чтобы почувствовать сердце Прабхупады. Ради этого моя харикатха, ради этого моя проповедь. Я хочу почувствовать сердце, настроение Прабхупады. Завтра я буду говорить о том, как Брахма дает особое наставление Нараджа Махараджу, прежде чем отправить на проповедь. А сейчас мы повторим то, что было вчера. Бхагаван Шри Кришна хотел оставить на этой планете Удаджи Махараджа как своего представителя. А представлять Кришну — это не шутки. Когда мой Гуру Махарадж посылает меня куда-то, я представляю в этом месте своего духовного учителя, я представляю его. Точно так же, когда у Прабхупады не было времени ехать куда-то, он посылал кого-то из своих учеников. Как, например, Джаджавар Госвами Махараджа. Шрила Джаджавар Госвами Махарадж был из очень замечательной брахманической семьи. Тем не менее, он не получил высокого образования. Мы думаем, что для проповеди необходимо образование. На самом деле, конечно, это хорошо. Если есть хорошее образование, это неплохо. Тем не менее, главное, чтобы была связь с Гуру Варгой. То есть, если, например, меня пригласят какие-нибудь журналисты на интервью и будут задавать вопросы, я не смогу на них ответить, это не будет хорошо. Со мной такое много раз происходило, когда я просто рассказывал харикатху, а кто-то из журналистов записывал вкратце, а потом вкратце, даже это преданные, возможно, делали, записывали вкратце харикатху, а потом отправляли на публикацию в журнал и публиковали. То есть проповедь означает, что то есть, вы должны... Самый просто преданный может проповедовать. Не значит, что надо для этого быть аристократом, то есть имеется в виду то есть, каким-то представителем интеллигенции. Что важно, это простота и твердое следование своему гуру. Преданный видит все в связи с Бхагаваном Шри Кришной. Поэтому он любит все вокруг себя. То есть высшее образование — это хорошо, но это не главный момент. Я знаю многих проповедников, которые не могли даже расписаться. Если их просили сделать это, они ставили отметку пальцем, отпечаток пальцем. Могу показать вам пример этого. Но они были выдающимися проповедниками. Они даже читать не могли.
Потому что проповедь означает, распространять бхакти, распространять милость. Он сам обладает этой милостью и раздает другим. Например, Бхагават Баба, он был абсолютно необразован. Он изначально родился, то есть он родился в Непале. Но был выдающимся проповедником, потому что он получил милость Бхакти Дейта Мадхавы Госвами Махараджа. Если вы спросите меня, перечислить имена учеников Шрилы Мадхава Махараджи, я, конечно же, упомяну и... И этого преданного. Не так, что он был какой-то необразованный, с низким происхождением. То есть, если вы спросите у меня, попросите перечислить важных учеников Шрилы Бхактивинода Мадхава Госвами Махараджи, я, конечно же, включу его, упомяну его. Нужно стараться углубиться в то, что я говорю, в эту философию, не смотреть на поверхность. То есть, на самом деле, моя философия — это не пустая, не сухая философия, это чувство, чувство и осознание. Завтра мы поговорим о том, какие наставления дал Нараджа Махарадж, дал Брахма Нараджа Махараджу, когда тот отправился на проповедь. Мы можем легко победить майю. И это не ложное эго. Почему? Потому что мы получаем прасад. Твой прасад. Мы слушаем харикатху о тебе. Твой прасад означает крипа, милость. Мы вкушаем твой прасад. Мы встречаемся с преданными, которые тоже являются твоим прасадом. Это милость. Таким образом, нам нечего бояться майю. Помните, как у Киртан мы поем на Экадаше? Его написал Бхактивинод Такур. Забыли его? Не помните? Там есть такие строки, но вы забыли. This place become Golok Vrindavan. You can believe, you cannot believe. Это место превращается в Голока Вриндаван. Можете верить, а может быть, можете нет, но в шастрах сказано. В разных шастрах говорится об этом. И Бхактивинода Такур подтверждает эту мысль, что когда где-то кто-то совершает настоящий баджан, это место превращается в Голока Вриндаван. Даже если вы грихаст, и семейные люди, и в вашем доме осуществляется прекрасный баджан, то есть вы совершаете баджан дома, то ваш дом превращается в Голока Вриндаван. Однажды одни родственники Бхактивинода Такура забрали его в свой дом, когда он являл лилой болезни. А Прабхупада в то время не было рядом с Бхактивинодом Такуром. Когда Прабхупада об этом узнал, он был шокирован. Они забрали Бхактивинода Такура туда, в свой дом, в это
место грязное. Прабхупад не хотел этого. Так или иначе, у нас нет права критиковать Бхактисиддханту Такура, потому что где бы он ни жил, это место превращается во Вриндаван. Как Адвайта Гасай, к примеру, сказал, когда куда бы ни шел Гауранга, всюду святая Дхама, всюду Вриндаван. Как, когда Гауранга встретил Адвайта Гасая и спросил его, тут это Ямуна или не Ямуна? Адвайта Гасай сказал, там, где ты, там и есть Ямуна, там и есть Вриндавана Дхама. Если вы спросите меня, кто является выдающимся проповедником, я скажу Адвайта Гасай, потому что Адвайта Гасай еще до появления Гуранги Махапрабху начал проповедь и так звал Махапрабху, что тот был вынужден, так звал Бхагавана, что тот был вынужден снизойти. Таким образом, он выдающийся среди проповедников. И сам он говорит, что там, где ты находишься, там и есть Вриндаван. И сейчас ты принял омовение в Ямуне, потому что тут слияние рек. То есть это видно, что когда реки сливаются, то есть видно разницу в цвете вод. Здесь, к примеру, два разных цвета, Ганга и Сарасвати. The river in which you have taken bath right now, it is actually Yamuna. Because то есть ты принял омовение в Ямуне, потому что because in the Ganga flow, right side in Ganga, left side, I mean this side, left right, right actually eastern zone Ganga. Тут с левой стороны Ямуна. No, actually, this part is Yamuna and that part is Ganga. Somebody taking to go а с правой Ганга. No, right calculation should be done. Anyway, so Mahaprabhu is taking bath in Yamuna. So those who are taking the prasadam in two sense. If you say, Maharaj, daily I'm taking Jagannath prasadam, but I'm not coming out of my если вы скажете мне, что я каждый день вкушаю Джаганнат Прасад, но я так и не вышел из-под влияния Майи, я отвечу вам, что вам только кажется, что вы принимаете Прасад, но его необходимо принимать с полной верой. Джива Госвами Пад дает подтверждение этому. Если человек принимает омовение в Ганге, у него нет никакого почтения к ней, он получит какой-то сукрити. К примеру, рыбаки много времени проводят в Ганге, но что же они получат? То есть они осознают? Что это Ганга? Нет, для того, чтобы обрести полное благо от омовения в Ганге, необходимо осознавать ее величие. И здесь необыкновенно Ганга, здесь сам Махапрабху принимал омовение, и он играл в ее потоках. Uddhavji Maharaj speaking, Prabhu, we are going to enjoy, we are going to take all your prasadam. Not enjoy, we are going to take all your prasadam.
Учишь то божино дасахастава майям джаймай. Прабху, we can conquer your mind very easily, because all the time you are taking. Прабху говорит Удава, мы очень легко можем победить твою майю, потому что мы постоянно получаем твой просад. Носим твои гирлянды, остатки твоей пищи вкушаем, твои одежды мы донашиваем, украшаем себя твоими украшениями. Потому что Удава Махарадж в действительности никогда ничего не использовал, что просадом не являлось. То есть все, что он использовал, досталось ему от Кришны. Bhagavan Sikrishna in front of Bhagavan Sikrishna, Uddhavji Maharaj speaking that if you at all like to keep me as a as your representative, so you have to I am foolish. You have to teach me. Then Bhagavan Sikrishna. Удава просит Кришну, что если ты действительно хочешь оставить меня своим представителем, ты должен обучить меня, потому что я глупец, не знаю ничего. So Bhagavan Sikrishna going to give advice to Uddhavji Maharaj. Uddhavji Maharaj speaking, Yogesho Yogo Vinnaso Yogatmana Yogo Sambhavaha Nisseyo Sayo Me Praktasyagaha Sanyasa Lakshana. Uddhavji Maharaj asking to Krishna, hey Yogesho, somewhere it is written. Uddhavji Maharaj спрашивает Кришну, о Йогешвар или Йогешвареша. Yoga vinyaso yogatmana yoga sambhavaha nisriya sayo me praktasyagaha sanyasa lakshana. Uddhava asking, hey yoga vinyas, о, изначальная причина всех йоги, всякой йоги. Йога означает концентрация. А если Кришна Йогешварага, это означает, что Кришна лучше среди йогов, повелитель йогов. То есть имеется в виду, что он сконцентрирован, легко концентрирует свой ум в самом себе, то есть имеется в виду на своей сваруп-шакте, на Радхаране. Таким образом, если я смогу медитировать на Шримати Радхаране, я достигну высшего блага. По твоей милости можно обрести, можно достичь успеха в любой йоге. So, Bhagavan and Uddhavji Maharaj speaking, he already wanted to speak some symptom of sannyas. I'm going to cut short because if I go back, it will take long time. I'm going to touch the main. Because if I that it will not permit time, because time is approaching. Today 8 days gone. Уже 8 дней прошло. Очень быстро. Я должен сейчас
говорить быстрее. Бхагаван Шри Кришна уже перечислил признаки саньяса, то есть имеется в виду качество саньяси. Они перечисляются в этой шлоке. Саньяси тот, вечный саньяси, тот, у кого нет желаний. Будь то женщина или мужчина, совершенно неважно, пол неважен. Мы привязываем саньясу к телу, но на самом деле это лишь часть. Полная саньяса — это предание умом, телом и речью. Если я изо всех сил служу Бхагавану, это и есть саньяса. Саньяса врата, клятва саньяса. Бхагаван провозглашает человека, у которого нет желаний, в вечном саньясе. Тот, у кого нет врагов, кто не питает вражды никому бы то ни было, не испытывает зависти, соперничества, саду не должен мстить. Тулсидас Джи, который составил Рамайну, когда кто-то сказал ему: Тулсидас Джи, вот этот человек постоянно тебя критикует, он столько ерунды про тебя говорит. А Тулсидас Махарадж сказал, улыбнувшись: попросите его, чтобы он стал жить со мной. Я сам на свои деньги построю ему баджан-кутир. То есть все деньги, которые у меня есть, я задействую в строительстве баджан-кутира для него. Это что, не понимаешь? Он тебя критикует. Столько ерунды про тебя говорит. Да, именно поэтому я и хочу, чтобы он жил рядом со мной. Своей критикой он выявляет мои недостатки. И он, показывая мне недостатки, будет побуждать меня исправлять их. Потому что я-то не знаю, где они, эти мои. То есть я не замечаю своих недостатков. Также и вы. Каждый думает о себе хорошо. Мы не замечаем собственных недостатков. Но когда кто-то делает мне замечания, у меня появляется возможность увидеть свои недостатки и исправить их. Таково видение преданных. Они во всем видят положительные моменты. Однажды Махапрабху хотели убить. Разве Махапрабху мог сделать что-то неправильное? История была такая, что когда Кала Кришнадаса забрали цыгане, Махапрабху попросил тех, кто забрали, вернуть его назад. Не могли бы вы назад, но его вернуть. Но они так разгневались, что хотели убить Махапрабху. Побежали за ним. Но секира их выскользнула. То есть человек, который гнался за ним, из его рук выскользнула
секира и разрубила ему шею. То есть он ее как-то за спиной нес, и она выскользнула, и он... Такое произошло, он начал рыдать. Но Махапрабху не хотел, чтобы что-то подобное произошло. Не желал ему зла. Будда, лидер буддистов, хотел осквернить Махапрабху. Нужно очень внимательно относиться к скверне, к тому, что оскверняет. Это такая вещь, что у вас, если чуть-чуть где-то какое-то осквернение, вы лишитесь всего баджана. Нужно очень внимательно относиться к тому, к чистоте, к тому, где вы садитесь, к тому, где вы принимаете просад. И чистая жизнь возвысит ваше сознание. То есть главная причина осквернения, оно на самом деле главное мое осквернение, это то, что в сердце содержится. Я не могу помнить о Бхагаване, я гуру, о вайшнавах. Главная задача — это помнить о Бхагаване всегда, никогда не забывать о нем. Именно поэтому я и говорил в прошлый раз. Что Бхагавана надо помнить, такого правила, и никогда его не забывать. Такого запрета. Когда мы делаем ачиман, мы произносим эту мантру. Берем воду Ганги и произносим эту мантру. Да, мантра важна. Но не так-то просто ее выговорить. Нужно практиковаться в этом, упражняться. Нужно запомнить ее. Итак, саду видит друга в каждом и не питает вражды никому. Тем не менее, если кто-то выступает против гуру и вайшнавов, он защищает их. Тот, кто оскорбляет Прабхупаду, тот, кто оскорбляет Гаудия Мат, Сиддханту, к ним вайшнав... По отношению к ним вайшнав проявляет гнев. И это признак преданности. Если я обладаю глубокими отношениями с Прабхупадой, а кто-то его при этом критикует, если кто-то... Я обладаю вечными отношениями с Кешо Госвами Махарашидаром, Махараджем. Как я могу вынести, когда кто-то критикует его? Это и есть бхакти. Это показатель бхакти. Заступиться, дать ответ за свою гуру варгу. Сделать так, чтобы они заткнулись, замолчали. Не считая этого, у вайшнава нет вражды ни к одному
живому сознанию. Помните охотника, который по милости Нараджи боялся убить даже муравья, раздавить. Сейчас Удава просит Кришну более подробно рассказать о том, кто такой саньяси. Тот, кто лишен анья-билаш. Когда вы принимаете саньясу, само собой разумеется, что вы уже готовы к этому. Если же у вас полно слабости в сердце, как можно принимать саньясу? Если вы до сих пор испытываете влечение к женщинам, вы из этого отправитесь в ад, и Махапрабху не простит вас. То есть, прежде всего, нет вражды никому, нет вожделения в сердце. У саньяси не должно быть. Завтра мы продолжим. Попытайтесь переварить всю ситханту, то, что вы слышите. Не пропускайте этого, не упускайте. Я не могу говорить, повторять вновь и вновь. Я не могу каждый день повторять, потому что ситханта огромна, велика. Садху нужно переварить и усвоить, не только слушать ее. Как гомата набирает в рот траву, сено, а потом пережевывает. Пережевывает. И вы должны делать так же. Если вы сможете переживать и переварить, Харикатха за одну картику может изменить всю вашу жизнь, полностью вас изменить.